Знаєте, з цього приводу можна лише сумно пожартувати, що для того, щоб встановити правильну блокаду, треба було розігнати неправильно. При цьому та неправильна, вона спричиняла до багатомільярдних збитків, а ця правильна – це абсолютно вірне рішення, яке не спричинить шкоди економіці. Це жарт, безумовно. Тепер щодо самого рішення РНБО. Можна сказати, що держава нарешті почала чути своїх людей, які почали цю блокаду, бо її почали не політики, її почали люди. І тут дуже було би доречно з юридичної точки зору розібратися з рішенням РНБО, а насамперед розібратися з указом президента, яким це рішення РНБО введено в дію. Тому що якщо уважно вивчити цей указ, там бракує юридичної визначеності. Він посилається на ще три укази. Тобто торгівлю з окупованими територіями заборонити, але діяти у відповідності до тих указів. Перші два з них є ще 2014 і 2015 року, там де дійсно вводяться жорсткі заходи обмеження і контролю. А інший, який є вже датований січнем 2017 року, він такий, знаєте, дозволити торгівлю, перелік там і так далі, і так далі. Тому тут ще треба дуже сильно розібратися. Один указ, вказаний в указі президента, суперечить іншому указу. І тому ми і вимагаємо, щоб для імплементації цього рішення СНБО були, по-перше, жорсткі дії офіційні щодо офіційного контролю з боку органів державної влади України вантажів, а друге, щоб обов'язково був громадський контроль. Перше, це реакція наших гарантів Мінських соглашень Франції і Германії. Обязательно скажем, но чуть-чуть МИДы которых четко сказали об отрицательном отношении к этому шагу РНБО. Точно такое же заявление сделал Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, который, в общем-то, мнение которого для нас априори имеет достаточно большое значение на сегодняшний день. Мне бы, вот, знаете, хотелось спросить у тех, кто вводил решение РНБО, кто блокировал, потому что достаточно интересная ситуация складывалась. Сегодня руководство страны говорит о том, что блокада – это плохо, завтра делает решение РНБО о том, что это хорошо, а сегодня премьер говорит прямо, опять же, о том, что это плохо, и блокада приведет вот к тому, о чем сказал наш уважаемый эксперт. Хотелось бы спросить о том, какие должны быть шаги, то есть что видят перед собой в качестве цели организаторы блокады. Насколько я понимаю, главная цель у нас, у всех, может быть только одна. Это восстановление территориальной целостности нашей страны и прекращение на ней боевых действий. Для того, чтобы это сделать, весь мир определил нам, и мы это прекрасно понимаем, другого варианта у нас нет, это реализация Минских соглашений. Наши гаранты Минских соглашений сказали о том, что это шаг деструктивный. Поэтому мое мнение о том, что это идет вразрез с международными обязательствами Украины, это идет вразрез с интересами Украины экономическими, о которых только что сказал эксперт, и это идет вразрез с интересами украинского народа и украинского государства в целом. Спасибо. Прежде всего, явно негативный импульс для ВВП. Очевидно, что тот рост, в который не все, и я лично не очень верил, в 3% ВВП в этом году, скорее всего, будет находиться либо в нулевой зоне, либо покажет отрицательный рост, колоссальный вызов. Второй большой вызов – это так называемый двойной хук, который получит гривна из-за того, что, вот говорят правильно, с одной стороны, мы брали металлургию, которая шла у нас на экспорт, сразу минус к нашему торговому балансу. Параллельно с этим деньги, которые мы тратили гривну на покупку угля, с той территории мы вынуждены будем тратить на реальный импорт. Это вот этот второй. Но тратить мы уже будем не гривну, а доллар. А то будем тратить доллары, торговый дефицит расширяется. Расширение торгового дефицита в любой стране вызывает дополнительную серьезную девальвационную нагрузку. Очевидно, что курс на уровне даже 30 будет сохранять крайне сложно. Даже потом, на уровне 30 сложно? Очень сложно. Так что готовиться к 35? Я не говорю, к чему готовиться, я говорю, что 30 выдержать будет крайне сложно. Следующий возможный вопрос, который должен возникнуть, это, конечно, вот эти 35-70 миллиардов долларов, гривен, которые вы выводили на экран, недополучение в бюджет. Дефицит бюджета, оговоренный параметр со всеми международными финансовыми институциями и принятый, проголосованный Верховной Радой Украины на этот год 3% ВВП. Если даже верить в 35 миллиардов долларов, гривен, нас это автоматически отбрасывает в дефицит 4,7% ВВП. Здесь становится под колоссальный вопрос возможность сотрудничества с Международным валютным фондом
и международными финансовыми институциями, плюс возникает серьезнейший вопрос, связанный с тем, как он будет фондироваться. И здесь я вижу колоссальную опасность, связанную с тем, что возможна монетизация вот этого дополнительного дефицита. Монетизация — это раскрутка, Олег, инфляции. Олег, хорошо, мы понимаем, риски есть, да? Цена есть, она высокая. Украина может это все осилить? Украина может это осилить в одном случае. Если вдруг по мгновению волшебной палочки или по политической воле мы начнем проводить не просто быстрые реформы, а стремительные реформы. Стремительные реформы, которые обеспечат быстрый и даже опережающий экономический рост не на уровне трех, так, а, скажем, мы же уже 3 года стремительно реформируемся. Вот ответ. И если это невозможно сделать в силу политического ландшафта, в силу каких-то распри, которые раздирают фрагментированную Верховную Раду, в силу целого большого такого социального давления, которое возникает, напряжение в обществе, то это означает, что фактически мы начали падение в пропасть. Ну, ми поняли. Спасибо. Ну, давайте привідкриємо насправді, що команда Трампа готувала. Я впевнений, що він озвучив в переговорах з Меркель. Перше і головне для них була і є економіка, раз. І питання НАТО, насамперед, внесок Німеччини і інших країн, власне, в обороноздатність і Альянсу, і з своєї економіки. На цьому були сконцентровані питання. З чим приїхала пані Меркель, і точно вона про це говорила? З БМВ, заводом і 750 тисяч робочих місць в Сполучених Штатах створено німецьким капіталом і німецькими роботодавцями. Про це говорили вони точно, два світових лідери. Про економіку, про відсотки, про збут продукції, власне про те, що цікавить кожного виборця і в Німеччині, де цього року, до речі, вибори у пані Меркель. У пана Трампа вони пройшли, у нього більш довга перспектива і більш жорстка позиція. Але я повернувся б до наших національних інтересів. Нам важлива зустріч з президентом Трампом. Нашому президенту, нашим лідерам треба їхати туди з нашими аргументами. І пан Тарас озвучив, я б нагадав, найважливіше зараз для національної безпеки. Насправді, за блокадою і цими іншими речами ми не звертаємо увагу на дуже небезпечний розвиток подій на тимчасово окупованих територіях. І я маю на увазі не тільки видачу паспортів, а реальну підготовку і до референдуму так званого незаконного, і до інших речей, які відбулися тиждень тому в Абхазії, такі самі незаконні вибори за такими самими нікими невизнаними паспортами. Насправді для нас тимчасово окуповані території і позиція штатів зараз потрібні, щоб санкції щодо Росії були більш жорсткими. З усією повагою до БМВ і до Крайслера, і до всіх інших американських і німецьких корпорацій. Потрібна міжнародна коаліція більш жорстка, ніж Мінські угоди, не допустити розвитку подій ані за придністровським сценарієм, а не за абхазським, або ще якимось гіршим. Спасибо, тому я вернувся б до головного. Позиція і Трампа, і Меркель в цьому році нам важливо, щоб підтримали все ж таки санкції. Так сложилося, що в воскресенье, понедельник, ми з Сергієм Притулою були в районі Луганської області. И проезжая практически по линии соприкосновения, мы наблюдали разные, мы общались с разными людьми, то есть теми, которые ездят и туда, и сюда, и те, которые живут на нашей территории, и те, которые вынуждены жить там. Масса разных мнений, нет однозначности. Но есть одна интересная вещь, которую мы подметили. Ездя по всей области, мы слушали в основном либо российское радио, либо в нескольких местах мы слышали армия ФМ. Пару мест. Это хорошо, что там есть армия ФМ. Все остальное — это русские волны. А «Привет, браток», «Подмосковье», «Любэ» и все остальное. Для начала, чтобы надо говорить не только о том, как будет относиться. Нужно уже создавать какой-то фон, чтобы к нам относились. Информации нет. Рублевая зона уже есть. Давайте откровенно говорить, там реальная рублевая зона. Это реальная проблема. Следующее. Откуда люди берут информацию? Люди берут информацию из СМИ. Как сказал один журналист, в основном, грубо говоря, масса людей — это те, которые любят телевизор и пиво. Телевидения тоже нет. Когда в Авдеевке запустили свет, знаете, какие два канала появились первыми? Оплот и Новороссия. Правильно. Все. Я прошу прощения, там нету ни одного украинского канала. Ни одного украинского канала. О чем мы говорим? Поэтому прежде чем говорить о том, как повлияет блокада, нужно понимать, что информационно мы не представлены на этой территории никак, вообще. Мы теряем связь. И самое ужасное, что на сегодняшний день звучит масса политических заявлений,
которые не подкреплены никакими реальными делами. И это чревато. Чревато не только потерей территории, а именно наших граждан, которые теряют связь с Украиной.